На днях мирнинские инспекторы ГАИ с городскими властями провели акцию «Не садись пьяным за руль». Они раздавали на улицах листовки с соответствующим призывом. Как оказывается, не все водители воспринимают такие призывы всерьез. В результате оказываются на грани жизни и смерти. Так, в минувшее воскресенье в Мирном на дороге в микрорайон Заречный произошло крупное ДТП. 58-летний водитель на автомобиле Hyundai не справился с управлением и вылетел с трассы. К несчастью, это произошло у начала металлического дорожного ограждения. Оно буквально вошло внутрь машины, в результате чего та загорелась. Водитель получил травмы и ожоги. Его пассажир отделался ушибленной раной лба. Позже выяснилось, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управления транспортными средствами. По данному факту назначено проведение административного расследования, в ходе которого будет решен вопрос о привлечении водителя к ответственности.